Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня снова на своем канале «Европейская психиатрия». Меня зовут доктор София Ротермель, и сегодня мы с вами говорим о психосоматике, продолжаем нашу беседу, наш цикл, и говорим о психосоматике хронической боли. Что такое хроническая боль, как она возникает, как закрепляется этот порочный круг, и что можно делать самостоятельно для помощи себе при хронической боли. И в самом начале видео я призываю вас подписаться на свой канал. Пожалуйста, находите красную кнопочку, находите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, которые выходят еженедельно. Итак, что же такое хроническая боль? Хроническая боль — это такая боль, которая присутствует больше 6 месяцев. Это такая боль, которая уже потеряла свое предупреждающее значение, потому что мы знаем, что острая боль появляется как реакция на какое-то воздействие, то есть она предупреждает организм о каком-то воздействии, но вот хроническая боль уже теряет свое эволюционное значение и становится симптомом сама по себе. Кроме того, боль ведет к нарушению психического самочувствия и социальной жизни человека. Боль становится причиной избегающего поведения, когда человек все больше и больше замыкается на своем симптоме и также становится центром мысли человека. И хроническую боль можно подразделить на три больших типа. Первый тип хронической боли – это та боль, при которой есть действительно тяжелое физическое заболевание, например, онкологическое заболевание. Но все равно в данном случае нужно всегда стремиться к тому, чтобы пациент не испытывал боли, к адекватному назначению обезболивающих медикаментов, потому что все-таки даже при онкологии сильные боли – это показатель неадекватной, неправильно или недостаточно подобранной терапии. И человек не должен даже при онкологическом заболевании мучиться от боли. То есть это задача врачей именно подобрать такую интенсивную схему, чтобы боли не было, и приложить к этому все усилия. Также, например, у меня у пациентов бывают часто ортопедические боли, боли в пояснице, когда мы, например, лечим депрессию. При депрессии нужна активация, нужны занятия спортом, нужно общение, то есть социализация, и человек не может это осуществлять, потому что, например, у него боли в пояснице, боли в ноге, боли в позвоночнике и так далее. Вот в данном случае тоже боли не нужно терпеть, нужно обращаться к специалистам и настаивать на адекватных схемах лечения. Вторая группа хронических болей – это так называемые функциональные жалобы или неврозы различных органов. То есть в данном случае действительно в органах и системах могут быть какие-то приходящие, то есть временные нарушения, которые вызывают боли, при этом какой-то органической патологии на объективных методах исследования не обнаруживается. И третья группа – это психические заболевания с ведущим симптомом боль. Это так называемые соматоформные боли и диагноз F45.4. То есть такие боли могут возникать на фоне психоэмоционального стресса, а также могут быть симптомом более серьезных психических заболеваний, например, тревожных расстройств, депрессии. Кроме того, это может быть посттравматическое расстройство, ипохондрия, психоз, шизофрения. И интересно, что в новой классификации болезней МКБ 11 пересмотра хроническая боль будет выделена в отдельный диагноз, который будет кодироваться кодом МГ-30. Это сделано потому, что часто боль действительно приобретает самостоятельное значение, не всегда является симптомом каких-то других заболеваний, а также потому, что она имеет огромное социальное значение. То есть хронической болью страдает от 7 до 11% населения, и 2% людей требуется постоянное лечение именно от хронической боли. И что касается механизма возникновения хронической боли, дело в том, что он отличается от механизма возникновения острой боли, и поэтому хроническую боль так трудно лечить, и уже не всегда действуют типичные анальгетики, типичные обезболивающие препараты. Здесь уже принимают участие совсем другие отделы мозга, совсем другие механизмы. Мы знаем, что у человека есть, например, так называемый эмоциональный мозг, в который входят некоторые участки лобных долей, а также лимбическая система. И эти области влияют на восприятие, на интенсивность боли, потому что эмоциональный стресс, негативное мышление, катастрофизация ведут к усилению болевых ощущений. И также интересно, что на фоне хронической боли
боли происходит изменение структуры нейронных цепей, начиная от спинного мозга и заканчивая чувствительными участками головного мозга. И мы знаем, что есть так называемые фантомные боли. Например, если у человека отняли конечность в результате ранения во время военных действий, человек потерял руку или ногу, но при этом он чувствует эту конечность, он чувствует острую боль, и это говорит о том, что все-таки основной центр, где боль обрабатывается, воспринимается, это все-таки головной мозг, а не периферия. И что касается психосоматики головной боли, то головная боль нередко возникает у людей, которые в детстве или уже во взрослом возрасте пережили какие-то тяжелые события, например, насилие, пытки, войну, то есть какие-то травмы. И вот во взрослом возрасте, если человек оказывается опять в состоянии тяжелого стресса, то реактивируются вот эти старые реакции, то есть человек может чувствовать такую же беспомощность, такую же безнадежность, и активируются и физические реакции, то есть восприятие боли. Или бывает так, что человек, например, чувствует, как бы перенимает боль близкого человека, родственника или ребенка. И также есть психодинамическая модель боли. И согласно психодинамической модели, хроническая боль может быть выражением симбиотических, часто амбивалентных, то есть странных отношений, когда в этих отношениях много и хорошего, и плохого, очень много взаимосвязей, когда человек испытывает к близкому очень противоречивые чувства, то есть и любовь, и ненависть. Или, например, хроническая боль может быть замещением каких-то тяжелых отношений, как бы уходом от этих отношений. И в этом случае хроническая боль захватывает человека полностью, то есть заменяет отношения, и в данном случае даже можно сказать, что человек ведет отношения с болью. Есть некие факторы, которые предрасполагают или провоцируют развитие хронического болевого синдрома, но также есть и факторы, которые поддерживают вот этот порочный круг и не дают человеку выздороветь. К таким факторам могут относиться, например, хронический стресс на работе, в семье, с конфликтами. Также это хронические депрессивные расстройства, подавленность, тревожное расстройство, тяжелые события в жизни, так называемые удары судьбы. Кроме того, это может быть злоупотребление обезболивающими препаратами. Также, что касается психологических механизмов, это катастрофизация последствий боли, то есть когда человек, например, думает: с этой болью я жить не смогу, от этой боли я точно не оправлюсь. Если у меня так болит, значит, у меня точно есть какое-то хроническое заболевание. Также, конечно, мы знаем из классической поведенческой терапии, избегающее поведение, конечно же, закрепляет тоже такой механизм, когда человек из-за боли начинает избегать, например, социальных контактов, начинает избегать определенных видов спорта, начинает избегать даже прогулок или каких-то простейших движений. Также мешают выздороветь нереальные ожидания от врачей, от лечения, потому что люди, бывает, приходят с болями, которые длятся месяцы и годы и ожидают чудесной таблетки выздоровления за один день. Такого, к сожалению, не бывает. И с этим связано также нереальное ожидание пациента, что все сделают за него. То есть врач должен сейчас так постараться, чтобы вот все сразу перестало болеть. На самом деле хронические боли – это, конечно, всегда совместная работа врача и пациента. И еще на такое негативное закрепление болевых ощущений, как я уже сказала, влияет, конечно, негативный опыт в детстве. Это может быть и какое-то психическое насилие, какие-то психические травмы, но также, конечно, и переживание боли в детстве. И при этом интересно, что как раз такие боли психогенного характера не зависят от физической нагрузки. И часто они имеют очень причудливое описание. То есть человек может, например, говорить, что как будто бор в голове, или как будто воткнули нож в живот, или как будто что-то стреляет или тянет. И вот интересное еще очень исследование одно показало, что в данном случае, в случае психогенной боли, одни и те же участки головного мозга отвечают и за физическую боль, и за социальную боль. И еще очень интересное исследование показало, что хроническая боль связана с недостатком окситоцина, потому что гормон окситоцин – это тот гормон, который вырабатывается во время очень теплого, очень близкого общения, когда люди обнимаются, люди целуются, люди имеют телесный контакт. Это может быть, например, общение матери с ребенком, когда она его обнимает и гладит. И вот как раз было показано, что при хронических болях количество окситоцина в сыворотке крови значительно
значительно снижается. Что же касается лечения хронической боли, конечно, нужно понимать, что лечение хронической боли – это совместная работа многих специалистов. То есть могут быть привлечены, например, ортопед, хирург, терапевт, гинеколог, невропатолог в зависимости от локализации боли. И комплексное лечение может включать физиотерапию, спорт и медикаменты, если, например, речь идет о нейропатической боли. Также при болевом синдроме помогают антидепрессанты, особенно которые влияют на уровень серотонина. Например, это могут быть антидепрессанты из группы ингибиторов обратного захвата серотонина. Также это могут быть антидепрессанты с двойным действием. Это могут быть трициклические антидепрессанты. И, конечно же, какие-то стандартные обезболивающие препараты, тем более оперативные вмешательства, не помогают, если речь идет о психогенной боли. И когда пациент обращается с хронической болью без видимой органической причины, когда человека направляют к психотерапевту, нужно всегда объяснить человеку, что в данном случае его не считают психически больным, что речь идет о том, что это может быть психосоматический характер боли, о том, что может потребоваться психотерапия, и разъяснить человеку вот такой вот биопсихосоциальный характер, то есть биопсихосоциальную модель развития психосоматических болей. И вы видите, что это очень комплексная система, которая не имеет ничего общего с тем, чтобы при возникновении болевых ощущений просто проглотить таблеточку. Как же закрепляется механизм хронической боли? Дело в том, что вначале у человека действительно может возникнуть боль, то есть может возникнуть острая боль, какие-то проблемы, может быть функциональные приходящие жалобы в различных органах. Но дело в том, что человек придает этим ощущениям сразу очень большое значение. И вот в этот момент происходит как раз закрепление этого порочного круга. То есть, если, например, кольнуло сердце, человек сразу начинает думать, что это инфаркт. Начала болеть голова, человек думает, что это опухоль головного мозга. И на фоне таких мыслей и катастрофизации человек испытывает сильный страх. И вот этот страх только укрепляет это состояние, закрепляет механизм боли. И страх также вызывает охранительное и избегающее поведение. Человек начинает постоянно перепроверять свое тело, перепроверять свое самочувствие. Также начинаются постоянные посещения врачей, поиски заверения в обратном, что все-таки человек здоров. И вот так вот обычный эпизод какой-то острой боли может перейти в хроническую боль. Конечно же, когда у человека появляются болевые ощущения, страх связан не только с самим состоянием, но и с очень многими другими мыслями. Например, страх плохого финансового положения, страх не справиться, если это тяжелая болезнь, страх оставить своих близких, страх инвалидности, страх смерти и так далее. Конечно, если возникли болевые ощущения, если возникли какие-то подозрительные симптомы, рекомендуется, конечно, обратиться к врачам, сделать чекап, сделать обследование, все, что врачи назначат, но дальше уже не обходить вторую, третью, четвертую клинику, сделать один раз. Если ничего не выявлено, значит, скорее всего, речь идет о психосоматике, и тогда уже нужно обращаться к психотерапевту. На развитие боли, на прогноз влияет в целом восприятие боли данным конкретным человеком, готовность как бы к восприятию боли, стратегии справляться с болью. И именно на эти параметры влияет как раз психотерапия, потому что все-таки восприятие боли продиктовано культурой, продиктовано социумом. То есть мы знаем, что есть культуры, где жалобы не приветствуются. Например, если человеку говорят, что ты настоящий мужчина, ты не должен никогда жаловаться, не должен плакать, то такой человек, конечно, будет и реже обращать внимание на какие-то незначительные телесные жалобы. Например, в западной культуре, если у человека есть какая-то пустота в жизни, если, например, нет отношений, если нужно чем-то себя занять, то у человека при хронической боли возникает вот такая даже, можно сказать, цель жизни, то есть постоянные перепроверки своего тела, постоянное посещение врачей. И регионы мозга как бы тренируются воспринимать боль, потому что сам человек постоянно нацелен на поиски каких-то болевых ощущений, на сканирование своего тела. Это схоже с процессом обучения в школе. То есть мозг уже начинает избирательно фильтровать только болевые ощущения, и такие болевые ощущения уже вызываются потом даже самыми легкими триггерами. И что касается направления работы психотерапевта в данном случае с хронической болью,
Первое – это выявление конфликтов. Может быть, это конфликты из детства, когда у ребенка была какая-то тяжелая боль, действительно физическая, может быть, на фоне какого-то заболевания. Также это может быть, конечно, связано с насилием. И в данном случае, если во взрослом возрасте развивается такая хроническая боль, это может быть отражением боли душевной и нерешенного конфликта. Из методов психотерапии хронической боли сейчас зарекомендовала, конечно, себя когнитивно-поведенческая терапия, это также могут быть элементы психодинамической терапии. И нередко при терапии хронической боли на сеансы привлекается и близкий человек пациента. Конечно, индивидуально подбираются уже вспомогательные методы лечения, которые могут включать мягкий спорт, методы расслабления. Это может быть медитация, арт-терапия, музыкальная терапия, это может быть гипноз, гипнотерапия, это могут быть дыхательные практики и так далее. И в данном случае сами эти практики, с одной стороны, ведут к некому уменьшению боли, но больше они, конечно, ведут к уменьшению восприятия боли, к отвлечению человека. Также, конечно, обязательно в психотерапию должны включаться методы по уменьшению избегающего поведения, то есть чтобы человек потихонечку начинал делать то, чего он избегал. Также это может быть, конечно, общение, социализация с другими людьми. Это обучение человека справляться с эмоциональным стрессом и конфликтами. И есть еще такое упражнение, которое называется «Целительный свет». Человек может закрытыми глазами под расслабляющую музыку, как кому удобно, представлять такой целительный свет. Это может быть свет солнца, свет звезды, свет луны, может быть какой-то другой источник света, который приятен человеку. И человек представляет в расслабленном состоянии, что этот свет проникает во все его тело, исцеляет все его органы, особенно этот свет исцеляет те органы, в которых есть болевые ощущения. И очень многие пациенты дают положительный отзыв от таких имагинативных упражнений. И, конечно же, если у человека была действительно травма в анамнезе в детстве, то помогает и метод движения глаз для лечение посттравматического синдрома. А я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Пожалуйста, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой профиль в Инстаграме, и я желаю вам здоровья!